На ТВК завершается праздничный проект «Новогодняя корзина». Сегодня мы подарим одному из наших телезрителей последний продуктовый набор угощения к вашему новогоднему столу. Подарок достанется самому внимательному и быстрому зрителю. Корзину получит тот, кто первым угадает, где находится наш корреспондент и добежит до места включения. Елена Армас уже стоит на одной из новогодних локаций нашего города. Она на прямой связи со студией. Лена, куда же бежать нашим телезрителям? Да, Полина, дам немного небольшую подсказку. Во-первых, мы находимся на левом берегу. Во-вторых, в этом районе, в этом году мы еще ни разу не разыгрывали новогоднюю корзину. Ну и, наверное, в-третьих, это одно из самых космических мест в Красноярске. Я думаю, то, что многие зрители уже догадались, где мы находимся. Но я пока расскажу о том, что находится в нашей новогодней корзине от наших спонсоров торговой сети «Командор». В наборе фрукты, ананасы, мандарины, также колбаса, икра, шампанское и конфеты. Торговая сеть поздравляет красноярцев с наступающим 2022 годом и приглашает за новогодними покупками в магазины «Аллея», «Командор» и «Хороший». В общем, все вот акции и выгодные предложения на эти продукты можете увидеть на сайте торговой сети либо в магазинах. Вот такой набор мы разыгрываем сегодня в последний раз. Я напомню, что мы ждем человека, который добежит до нас первым, поймет, где мы находимся. Но если прибудут несколько человек, то мы проведем небольшую викторину с ответом на один вопрос. Узнаем, кто по-настоящему смотрел наш эфир и узнал, где мы находимся. Пока на этом все. Ждем победителя, Полина. И прямо сейчас мы возвращаемся к Елене Армас. Она, напомню, находится на одной из новогодних локаций нашего города. Лена, ну расскажи, кто-то уже пришел за подарком? Полина, нет, еще никто не пришел, никто не торопится забирать нашу новогоднюю корзину. Мы еще ждем своего победителя. Давайте я, может быть, дам еще какую-то подсказку. Этот сквер, мы находимся в сквере, он на космическую тематику. Рядом есть даже остановка с названием космической тематики. Находимся мы, повторюсь, на левом берегу. Ищите нас, потому что корзина у нас очень в этом году большая, полная. Здесь у нас и шампанское, и икра, и колбаса, и конфеты. В общем, на любой возраст, вкус и цвет найдется угощение к вашему новогоднему столу. Мы все еще ждем нашего победителя. Бегите быстрее, чтобы не забрали. И прямо сейчас мы готовы назвать последнего победителя нашего розыгрыша в проекте «Новогодняя корзина». Лена, кто первым пришел за вкусным подарком? Да, Полина, у нас есть победитель, это Евгений. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Вы живете рядом здесь, да, я так понимаю? Да, да, вот недалеко, два шага ровно. Как узнали? ТВК смотрел. Узнали сквер или? Ну, узнал, сказали, что космическая какая-то это, и я понял, что это здесь. Отлично, Евгений. Ну, я вручаю вам нашу новогоднюю корзину, Радуйтесь, отмечайте Новый год. И давайте, может быть, скажем, может быть, парочку пожеланий на Новый год красноярцам. Что хотите пожелать? Да, я хочу пожелать успехов в спорте. Ну и дальнейших там побед. Всем жителям здоровья, счастья и успеха. Отлично. Спасибо, Евгений. Это наш последний завершающий победитель в этом году. Он получил последнюю новогоднюю корзину. Я напомню, что мы разыгрывали ее всю неделю. У нас было 5 победителей. И теперь они отпразднуют Новый год, новогодний стол накроют вместе с нашими вкусными подарками от сети «Командор». Спасибо вам большое, Евгений. Я поздравляю всех красноярцев с наступающим Новым годом и желаю вам хороших каникул, хорошего отдыха на новогодних праздниках. У меня все. Это была Елена Армас, она вручила последнюю 5-ю новогоднюю корзину счастливому телезрителю, поэтому поздравляем всех победителей.